Если посмотреть, что происходит с жильем, то картина неоднозначная. С одной стороны, мы видим, что спрос на новое жилье резко вырос. В августе было куплено 2280 квартир и построено для себя, не на продажу, еще 1900. Это рекордное число за последние 14 лет. Если посмотреть только на покупку нового жилья, то мы видим, что на юге страны в августе было куплено на 44% больше квартир по сравнению с июлем, в Хайфе на 40% больше, в центре страны на 31%. С другой стороны, в том же августе осталось много нераскупленного жилья – 20 тысяч квартир, на 7% больше, чем в августе прошлого года. Эксперты утверждают, что жилья за последние два года построили много, поэтому и купили больше, и не купили тоже больше. Ну что ж, хочется надеяться, что это нераскупленное жилье будет постепенно дешеветь. Вместе с тем, в газете «Маариф» подсчитали, сколько сейчас стоит съемное жилье. Если в 2007 году средняя арендная плата по стране составляла 2200 шекелей, многие еще помнят то золотое время, то с тех пор она выросла на 57%. И сейчас средняя квартира по стране сдается за 3500 шекелей в месяц. Средняя плата за съем в Иерусалиме 3700, в Тель-Авиве 4800, в Хайфе и в Бершеве поскромнее 2400. Правда, там и доходы пониже. Безработица бьет рекорды. По данным ЦСУ, в августе она выросла до 6,9%, что на 0,3% больше, чем в июле.